Сегодня немножко о пользе самокритики. Сейчас только ленивый не говорит о том, какой вред несет самокритика. Да, все там марафоны бесчисленные, программы личностного роста и так далее учат нас любить себя, принимать себя, хвалить себя и так далее. Но все в жизни имеет две стороны. И самокритика имеет и светлую, оказывается, сторону тоже. Проводили исследования в группе людей, которые достигли высокого уровня мастерства своей профессиональной деятельности. Это были очень разные люди из очень разных сфер. Но что, как оказалось, объединяет всех этих людей? Очень интересно. Один момент был общий у всех. Это достаточно высокий уровень самокритики, который, как предполагают ученые, и помог этим людям достичь той вершины мастерства, которую они достигли в своей профессиональной деятельности. Вот такая вот светлая сторона самокритики, поэтому критикуйте себя на здоровье. Но что важно? Важно, чтобы самокритика не останавливала вас от действий, а наоборот толкала, подталкивала вас, мотивировала вас идти совершенствоваться и становиться той самой пресловутой лучшей версией себя.